очаровывать музыкой и разрушать стереотипы. На своем примере блондинка Мария Абрамкина каждый день доказывает – саксофон – инструмент не только для чернокожих мужчин. Чувственный и волнующий, он прекрасно подчиняется женским рукам и губам. Мне больше, конечно же, нравится джаз. Он больше импровизированный, он больше красивый, он больше… Там больше свободы и там больше как-то музыкальной мысли. Свои таланты на малой сцене театр оперы и балета демонстрируют юные самарцы. Сегодня они главные виновники торжества. 50 человек получают стипендии городского округа Самара. Половина из этих ребят за особые успехи в культуре и искусстве, другая часть за достижения в спорте. В течение года юные дарования будут получать денежные поощрения в размере 5000 рублей ежемесячно. Вы, как никто другой, знаете, что на пути к успеху одного таланта недостаточно. Для того, чтобы реализовать свои способности, свой огромный потенциал, каждому из вас нужна поддержка не только родных и близких, но и поддержка города, региона, государства. Именно в юности закладываются основные навыки человека, поэтому очень важно в этот период предоставить ему все возможности для развития. Те успехи, которые сегодня у вас получились, они, конечно же, на благо города. Но город вас сегодня нуждается. Вы очень нужны Самаре. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы сегодня была только первая ступень, и чтобы вы продвигались по этой лестнице все выше и выше. Муниципальную стипендию начали вручать 5 лет назад. За это время стипендиатами стали более 250 молодых спортсменов, музыкантов, артистов и художников. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.